Чё кого, модники? Сегодня понедельник, как всегда, выпуск новостей. Не забывай подписаться на канал, если ты не подписан, положить вкусной еды, налить вкусного кофейку, чайку, потому что день у тебя был тяжелый. И не забывай подписываться на телеграм-канал, если хочешь знать это все в течение недели. Ну а я сейчас кратенько и все тебе расскажу. Я думаю, многие из вас заметили то, что... Что-то странное происходит с датами релизов. То они завтра, то послезавтра, то, оказывается, они уже вышли позавчера. И я стараюсь держать вас в курсе всех вот этих вот новостей. К примеру, Air Jordan 5 в коллаборации с Off White должны были выйти 24-го, если я не ошибаюсь. Но потом сказали то, что они выйдут в конце года, и сейчас стало известно, что они выйдут 29 числа, 29 октября, если что. Почему? Вы можете зайти на сайт End Boston и многие другие, увидеть то, что уже рафлы на них идут. Пока что на Nike Sneakers их не залили, и ну, непонятно будут они там вообще или нет. И кстати, по одежде сказали, что как раз таки вот она будет в конце года. Ну а мне кажется, на одежду всем пофигу, нежели на кроссы. И из этого же раздела плохая новость, потому что матчу перенесли на 20 ноября. Хотя должны были дропнуть 31 октября. Очень странно, что все. Переносит. Возможно, это все из-за проблем с коронавирусом, но не знаю, не нравится переноса. Что еще ждет нас из интересных коллабораций впереди? 31 октября коллаборация Медиком Той и Маркинса. Вся обувь кожаная, плюс на ней выдавлены силуэты популярных мишек этих фигурок. Классно. Также, по-моему, можно купить будет стопроцентные фигурки этих медведей. Поэтому, если кому-то интересно, вы можете найти эти релизы также уже сейчас там на рафлах. Либо узнать, где они будут выходить и попробовать купить. Также на прошлой неделе появились официальные фотографии совместной коллаборации Nike с Akai на модели Vapor Waffle. Или Waffle. Релиз обещают 6 ноября и ждем, 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 где они будут, пока нигде их нету. Также появились нормальные, хорошие, детальные фотографии на Nike Sakai, но уже на модели Blazer Low. Честно, Blazer Low мне не особо заходит, но глядя на это, мне понравилось. То, что широкая толстая подошва выглядит реально круто. Релиз обещают весной 2021 года, но без каких-либо конкретных дат, месяцев. Поэтому, возможный перенос будет. Фиг его знать. Ну а Looney Tunes и Converse отмечают 80-летие кролика Бакса Бани. И завтра должен состояться релиз совместной коллаборации. Выглядит реально неплохо, ценник вроде как должен быть не особо высокий, и, как я понимаю, они будут на российской версии сайта Converse. Кстати, стало известно, что весной 2021 года состоится релиз новой расцветки для Easy 700 V3 под названием Knight. Что-то подобное. Вы смотрите на эту фотографию и думаете, по-моему, я это видел. Каня думает, наверное, так же и не, всп... ну, не может вспомнить, где, потому что расцветок у уизей так много, что он уже забывает. Но на самом деле, очень странно, они одну и ту же расцветку, уже который раз замечают, дублируют с небольшими изменениями. И это вообще не интересно. Тревис Скотт опубликовал фотографию своей ламбы в коричневом цвете на дисках Менсори в коллаборации с кактусом Джеком. Выглядит как общая картина неплохо, но хочу сказать то, что те же самые диски Вилон были гораздо интереснее по задумке, нежели вот это. Просто надпись «Кактус Джек», но Трэвис так и делает. Он на все лепит «Кактус Джек» и продает. Еще расскажу немного про интересные недорогие релизы. Ну, должны быть, по крайней мере, недорогими, потому что 31 октября, в принципе, в Хэллоуин выходит коллаборация Рибака. И «Охотники за привидениями». Будет всего две модели. И низкая версия ну, скучно, а вот высокая версия реально прикольно. И не должно стоить дорого, по крайней мере, это не реселится. Поэтому, если вы какой-то фанат, то можете попробовать прикупить их. Я знаю, что ты включил видео ради этой новости, вот, ну, никакой более, потому что я записываю этот видос только ради этой новости. На китайской версии Nike появились в продаже новые монархи. Но они не новые монархи, это новая расцветка монархов. За 71 доллар в России и в другом мире, я так понимаю, нету, были только в Китае, но скорее всего ну, будут их делать и дальше, потому что я смотрю по лайкам, по активности в своих сообществах, они всем зашли. Ну, реально, монархи неплохие, просто в один момент они настолько были везде вокруг, что надоели. Но если тебе нравится их носить, носи никого не слушай. Появились первые фотографии совместной коллаборации Бадега и Найки на паре Данг. High. Всего выложили две расцветки, которые отличаются не только цветами, но, по-моему, и материалами. Пары будут иметь небольшой свуч с внешней стороны кроссовка, и на внутренней будет вообще он отсутствовать. Просто надпись Бадега. И раз уж мы заговорили с вами про данки, тогда напомню, что Nike Dunk Low в расцветке винир выйдут 10 ноября. Так что осталось немного. Конечно, если опять все не перенесу. Помните, Кани говорил, что делает коллаборацию Gap Easy. Появились фотографии того, что они сделали с ценами. Во-первых, видимо, они будут открывать магазин все по 50. И фуамранеры там по 50, и куртки по 50, и футболки по 50, и штаны по 50. В общем, ну, все по 50, я думаю, вы понимаете, что это значит. Выглядит это так, что тебе как будто надо будет кинуть 50 рублей, а потом драться с бомжами за эту одежду. Может, это бойцовский взнос, полтинник, я не знаю, но, возможно, на моделях это выглядело бы все гораздо интереснее, но вот на этой картиночке реально с бомжами драться. Шок-контент. Adidas хочет продать Риби Adidas приобрел Рибок еще в 2005 году за 3,8 миллиарда долларов. Копейки, я бы сказал. Потенциальными покупателями называют Анто Спортс, Звучит не очень перспективно для будущего Риби Бока, но также там есть Wi-Fi Corporation. Надеюсь, так я это называю. Но у этой корпорации есть Vans, Timberland и North Face. Почему я начал загибать 4 пальца, но там три бренда, насколько мне известно. Непонятно, реально ее продадут или не продадут, но мне кажется, то, что Рибок это мертвый груз Adidas. Помните, я вам рассказывал то, что Nike подают в суд на кастомайзера Вериана Лотоса, который не придумал ничего проще, как брать силуэты данков, которые сейчас хайпят, немножечко видоизменять свож и продавать их. Дорого продавать. При том, то, что, скорее всего, он покупает их по доллару какому-нибудь в Китае. Либо ты берешь у Вариана Лотоса дорого их, либо ты берешь из рекламы в Инстаграме дешево. И сейчас Nike пытаются добиться того, чтобы он не смог отправить те предзаказы, которые оформили люди, покупатели до всего этого разбирательства в суде. Поэтому либо тебе повезет и придет пар, возможно, она будет стоить дорого, потому что это хайп вокруг нее, она может набрать цену, либо тебе ничего не придет и бабки ты потерял. Не знаю. Кстати, а знаешь ли ты, где покупать кроссовки и одежду по скидкам? Если нет, тогда присоединяйся к моему сообществу Бай. Нас там уже 143 тысячи подписчиков, которые ежедневно экономят, и за месяц это может быть не 500, не 1000 рублей, а гораздо больше. На стене ты найдешь все актуальные ссылки на самые выгодные распродажи, плюс промокоды на тот же самый Adidas минус 20%. И также у меня есть телеграм-канал, в котором насчитывается почти 10 тысяч подписчиков. Не забывай и ты зайти посмотреть, возможно тебе там понравится, и ты сможешь сэкономить много денег, как и все остальные. Не буду отвлекать тебя от видосика, продолжай просмотр. Давно не было новостей про коронавирус, конечно, не то, чтобы хочется о нем говорить, но продажи поддельных товаров в Южной Корее увеличились в два раза. То есть люди стали больше покупать паленых кроссовок, одежды, сумок и вообще всего, что можно. Хорошая новость, что в России вряд ли что-то увеличилось, потому что и так всегда все покупали. Но не паль, а реплику, которая делается на одном и том же в заводе, просто в разные смены. И хочу сказать, что однозначно для одного человека в этом мире год удался. His name is Joe... Ладно, Трэвис Скотт. Дофигища коллабораций, хорошей музыки, много бабок. А теперь он, по-моему, стал официальным лицом PlayStation 5, но это еще ерунда, потому что он показал, затизерил, подразнил данками в совместной коллаборации с PlayStation. Ничего не известно, будет это релиз, будет это не релиз, когда, никогда. Что вообще ждать? Просто фотка и тут именно интерес все равно будет идти, потому что есть маленький значок PlayStation на пятке. Может быть их сделают 100 пар на весь мир, а может вообще ничего не сделают, так что будем следить. Лично я бы взял бы такую пару, да. Также появились фотографии новой коллаборации Adidas и Шона Wizard Спуна на паре The X8000. До этого он выпускал Суперстары, честно они мне зашли, но в России их не было, поэтому... В мою коллекцию они не зашли. И за X8000 тоже выглядит неплохо, я не знаю, мне нравится, когда такой аляпистый странный дизайн. Кстати, появились фотографии двух сэмпловых расцветок, Ова, который принадлежит Дрейку, и Air Jordan на 11 модели. Говорить нечего, вроде как сэмпл, скорее всего, выпускать не будут, но посмотреть на это стоит. И последняя новость на сегодня. Говорят, что 31 октября состоится релиз новой расцветки Easy 380 Calcit Glow. Не забывайте, что пара будет светиться в темноте, и это главная ее фишка, которая может спасти юного реселлера, который взял ее на перепродажу. Но это были все новости на сегодня, которые я хотел тебе рассказать. Если все понравилось, не забывай подписаться на канал поставить большой палец вверх, либо большой палец вниз, если что-то тебе понравилось, не понравилось. И, конечно же, обязательно прояви активность в комментариях, помоги развиваться этому каналу дальше. Но ну, это было все. Не забывай про полезные ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Пока.